Да, товарищ генерал. Лев Толстой, конечно, великий писатель. Он говорил, что исход сражения определяется боевым духом солдат. Да. У меня вопрос к Льву Толстому. А можно обойтись без техники, без мастерства? Может быть, так? Немного изменить диспозицию в обороне. Черт его. Извините, Сашкин. Нет, это интересное само по себе решение. Но вообще это... Извините, те же яйца только в смятку. Простите, товарищ. Да ну ничего, я понимаю. При таком бюджете на оборону, что это один несчастный миллиард рублей? Эти крики все про заботу об армии. Давайте говорить о профессионализме тогда. Давайте. Давайте, давайте. Давайте. 1 миллиард рублей. Замечательно. На эти деньги можно построить нормальную оборону? Да ну, конечно, нет. А что мы можем себе позволить внутри этого бюджета? Вообще. Ну, я вам скажу. Этого оборонного бюджета нам хватит максимум на 1 бразильца, ну и на 1 португальца. А вратарь? Ну, вратаря вообще придется брать нашего и подешевле. Ну, разве это бюджет для армейского футбольного клуба?